продолжение спортивной темы. Школа футбольных арбитров при Федерации футбола Иркутска объявила о наборе на 2024-2025 учебный год. Обучение для всех желающих пройдет бесплатно. Преподавать основы будущим судьям будут профессиональные арбитры и специалисты, аккредитованные Академией Российского футбольного союза. К слову, многие выпускники школы успешно работают на соревнованиях городского, регионального и федерального уровней. Также в этом году школа расширяет программу обучения и запускает новое направление – арбитр в мини-футболе. Главное требование – отсутствие медицинских противопоказаний. Заявки можно направлять до 23 сентября.